Приветствую всех зрителей моего канала. Это восьмая часть видеопрохождения игры Euthanasia Zombie Survivors. Все меньше и меньше ачивок у нас остается. И все труднее их получать. Давайте посмотрим, какие мы ачивки сегодня можем попробовать получить. Да, надеюсь, что эта ачивка усиленная предыдущая с подкидыванием зомби. Поэтому придется нам опять брать с собой тяжа, танка. Что еще? Это можно картошку попробовать брать. Не знаю, как уважать наемников до сих пор. Вот это вот можно сделать легко. Но это на обычной сложности мы сыграем. Так, тут непонятно. Ага, вот, нам нужно выжить на хардкоре. Да, наверное, вот пойдем сюда. То есть мы его 100% выполним, а там посмотрим. О, а тут еще 30 минут нужно. В бесконечном режиме. В таком. Мы сейчас проверим. Сейчас пойдем с медиком, с ракетчиком, ну и, как всегда, с инженером. Посмотрим, что у нас выйдет. И на хардкоре попробуем на новой локации выжить. Начинать с кого будем? Мне кажется, нужно начинать опять же с инженера. Ой, беру инженера, а беру не инженера. Можно вот так. Да, и кинуть все силы на прокачивание скилла, точнее на уменьшение его кулдауна. И заодно проверим, как работают два умения отвлекающих с голограммами и с обезьянкой этой. А, ну да, мне никак не получается двух взять, потому что я беру тяжа. Так что все-таки вот так, наверное. Да. Ну что ж, давайте будем с инженера. Как раз у нас будет уменьшаться кулдаун. А там посмотрим. Значит, на харде и на новой локации. Так, помним, что это сложный уровень, поэтому нужно как можно быстрее набить. О, отлично, звездочка выпала. Усиление. Именно поэтому я начал с инженера, потому что вы помните, если пытаться через дробовик играть, то не очень все хорошо получается. Так. Хочу уже даже использовать баннер. Интересно, я же могу забанить после того, как единичку уже положил. А, здесь очень короткий. Ладно. 10 минут же только у нас, поэтому мы просто не успеем набрать много нужных нам умений. Да, хорошая штука, даже тут она спасает. Валятся зомби от этого умения. Вот забаню сразу вот эту штуку, прокачиваем стрельбу. Так, экономим, не буду переходить на лазер. Не буду переходить на лазер. Обойдусь тесла-ганом. Так, не уверен, что стоит банить и тут. Лучше я уже придержу и буду банить некоторые умения других героев, бойцов. Сколько я ранений нахватал, кстати. Что-то я не уверен, что я хардкор здесь выиграю.
Так, да, и нужно солдат брать как можно быстрее. Чтобы еще знать, кто там будет. Так. Сразу пытаться медика или нет? Нет, давайте пока. Ай. Кстати, увернулся. Да кто ж так плюется? А, на режиме жестком этом намного больше сразу этих кусков плоти кидают зомби, получается. Ух ты! И волны двойные. Ой, не факт, не факт. Нужно медика срочно. Срочно нужен медик. Ух ты, тоже хорошая штука. И тут еще одна штука хорошая. Я могу пытаться уменьшать кулдаун. Да, наверное, так и будем делать. Да что ж такое, сколько у вас тут будет появляться. Так, бомбы эти нужно взять. Ой-ой-ой, как плохо с этой метанием плоти. Это я просто не могу от них уворачиваться. От этих кусков мяса летящих. Это очень плохо. Просто очень. Мне срочно нужен медик. Щитились, хотя это забегание ничего не решит. У меня нечем наносить супер урон. Еще один щит. О, а вот это забегание решит. И сильно. Очень сильно. Так. Жалко так тратить это умение бана. На медики сэкономим, да, получается. Где этот сигнал СОС? Ну да, в принципе, медик заменит нам все воз... Да, да. Медик заменит нам все возможные предметы, которые мы можем пытаться получить из сундука на вампиризм и тому подобное. Поэтому можно баны потратить на что-то другое. Надо только внимательно следить, что же нам сразу нужно банить, чтобы больше с ним не встречаться. Ух ты, еще такие броски есть. Честно говоря, не нравится. А, уже рерол можно полностью растратить. Да, вот эта штука лучше. 3 секунды буста, если вы убили. Ух ты! Она еще взрывается еще раз. Да. Битва будет весела. Так, да, реанимация по-любому нас может спасти. Один раз хотя бы ее взять. Да, вот этого свойства умения будет самым главным. Как бы ему кулдаун уменьшит максимально. Вы помните, эта реанимация нам дает 300 жизней, когда последний удар. Кстати, очень неплохо было бы из сундука получить этот армор по максимуму, когда вы при смерти. Щит. И давай мне кулдаун. Да, имел в виду эту штуку, да. Да, да, лечение. Так, пошли улучшать наших ребят. Так, пистолет медику экономим. Вообще не нужно. Давайте быстрее доберемся. Да. Кстати, а что брать? Миниган точно лучше. В плане отбиваться. А ракетница может нам помочь выполнить миссию. Начилку по подбрасыванию. Сложный вопрос. Да, давай уже пытаться выполнить эту ачивку. Вдруг повезет. Ой-ой-ой, какие уроны.
зверские уроны. Да, это абилка инженера, просто что-то с чем-то, этих пауков, ядовитых из паутины, останавливает до того, как они доберутся до комиссарского тела. Так, ну тут вариантов нет. Здесь вот так. Опять эти неприятные зомби. Кстати, нужно очень бояться этого умения с шипами. Очень опасно. Вот так. Иногда придется рисковать и уходить. Наплевал на урон от этих умений. Так, ну оружие. Надо было, наверное, мины забанить, потому что скоро я могу получить три умения, которые мне не нужны. Что начинать? От бластера я точно откажусь. Поехали. Я не уверен, что правильно сделал. А, какая разница. А могу рерол сделать, чтобы не качать то, что мне, в принципе, не надо пока. Правильно сделал. Значит, регенерацию или усилить стрельбу. Давайте на выживаемость будем целиться. Да что же вы такие гады мощные, не прожигаетесь даже оружием и умением сразу. О, какую мы хорошую штуку получили. То, о чем я говорил, броню. Еще бы доджик. А, доджик зависит от полученных сундуков. То есть берете сундук, получаете додж. Не тот вариант. Что нам нужно? Стимпак, быстрее бегаю. Да нет, идем в лечение. Идем в лечение. О! Пришел момент, который нас прижимает. Выкрутились. Так, нужны щиты под эти умения мои. Есть только звездочка. А я набежал на этого паука маленького, ядовитого, опасного. Ой-ой-ой, какие уроны. Конские. Может, ну его, этот лаунчер, убрать все-таки миниган, но с другой стороны. Эх, придется под умение держать. Как я и говорил, под умение героев важнее держать все эти реролы и баны, чем... выбивать что-то из сундуков. Да, или и все надо кидать в медика. Ах.
отказаться мне от пистолета медика или нет. Ладно, пока есть реролы, будем пытаться, так сказать, вдруг повезет, и мы без растраты этих своих умений получим нужные нам перки героев. Ой, успел. Так, нужно ускорение какое-то. Я с трудом успеваю выскочить из конуса вот этих вот жирных гадов. Так, дайте мне, пожалуйста. Ой-ой-ой. Щит. Успел. А как это? Щит закончился? Да, честно говоря, без катанщика я вообще не вижу, как здесь выкручиваться. Жесть. Нужно было медика сильнее качать, получается. Все равно урона ни на что не хватает. Ну что ж, будем пытаться. Будет видео, наверное, пустышкой, что-то мне подсказывает. Ну, под конец можно взять там ту ачивку, которую там проблем взять нет. Да, попробуем второго брать медика, получается. Да, короче, не будем мы совмещать, отказываемся мы от танка. Берем мы катанщика и все. Нам нужно получить ачивку за хардкор на этой локации, а уже потом на легком уровне попытаемся набить много зомби. Просто придется... Что нам придется? Да, придется не убивать зомби, как-то стараться собрать кучу, а потом бежать внутрь. И таки получить лаунчер. Благо на легкой локации, на обычной сложности это будет полегче. Так, так, подождите, тут бьются очень страшные эти мумии. Так, да, давайте будем сразу банить все эти умения, которые нам вообще не нужны, чтобы потом не переживать. Горите, горите все. Прокачал умение, получил щит. И, кстати, очень опасно с этим щитом. Нужно следить, потому что он заканчивается и вас сразу убивает. Мы уже проверили. Ой, какой же уронище. Когда пытаюсь выскочить мимо мумий. Так, от танка мы отказались. У меня еще гадость всякую давай. О, вот медик второй уже хорошо. И медика качать изо всех сил. Ну, прожгите мне где-то проход. Короче, нет смысла. На харде пытаюсь прожечь мумии, и в итоге все равно нужно через них пробегать. Кстати, почему эта штука не сработала?
Вряд ли же я получил два удара подряд. Там даже кулдауна не дал бы этого сделать. Неуязвимость после первого удара. Странно. Очень странно. Кстати, если вначале взять, оно-то будет 10 сундуков наберу. Итем желтый. Это за я уже под конец самый, может, наберу 10 штук. И будет что у нас? 10 удачи. Какие 10? Единичка. Ужас, какая гадость. Что не бери, все глупость. Плюс 150 жизней тоже глупо выглядит. Толку никакого. Ладно, истрачу. Да. Мусорные совершенно предметы. Все намного лучше было. В прошлом забеге. Кстати, есть смысл. Я же не взял танка. Кстати, есть смысл брать танка, чтобы ракетницами пробивать этих жестких мумий. Так, да, и идем сюда обязательно. Да вы издеваетесь. Вот это неудачное выпадение предметов. Так, все влечение. Мы уже поняли, что здесь выжить сложно. Ой-ой-ой, заставляет взять то, что мне не нужно. Я не думаю, что стоит мне... Все мусор, честно говоря. Ладно, может, ускорение спасет. Хотя, если есть ускорение, мы помним, и нет купола, то пиши пропало, потому что вы весь урон ловите. Так, так, так. Да, да, да. Тут точно этот мусор не нужен. Не понял, почему выбора не дали? Опять не склик. Попытался забанить, но что-то я не видел, чтобы дали выбор. А, выбрался он, гадость. Я когда нажал забанить, оно не банилось. Щелчок не прошел. Ну ладно, один раз, может, кто-то спасет меня. Во все стороны эти кунаи, хотя они урон наносят не сильный, поэтому это спасение странное получается. Но зомби просто не умрут от падения кунаи. Ну хоть так. Ай, ёшкин кот. Как же тут быстро все летает. Да, эта штука. Ой, забыл забанить. А, код нет. Код нужно брать. При такой жирности... Да что ж ты. При такой жирности, ребят, криты нужны, чтобы их прожигать. Не впервые. Ой, звездочки надо было забанить. Так, регенерация мне уже... А с другой стороны, может, она не нужна? Но если уже прижмет, лучше взять регенерацию, чем звездочки, поэтому нужно банить
на последние два баннера действительно что-то плохое. Наконец-то. Ой, опять забыл звездочку забанить. Да что ж такое? Голова два уха. Посмотрите, какие жесткие эти зомби. Сколько можно их обстреливать бессмысленно. Это ж сколько нужно по вам стрелять, чтобы вы были. Что-то не работает ничего. Да что такое? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько я урона насобирал. Да. Что-то оно не так, как думалось. Так, это длительность. Так, где уже эти тысячи порезов? Все, с вами даже не пытаться играться. Никто вас не уничтожит. Так, 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 так. Вон отсюда. Никто вас не уничтожит. У вас в жизни просто вагон. О, вижу щит. Пытаемся, правда, и пробежать. Не уверен, что это правильное решение. Успели. Значит, правильно. Раз успели, значит, правильно. Да, медика, медика, еще раз медик. Да. Паучки. Опасные твари. Да, тут я ничего не трачу. Что выпало, то выпало. Вот это паровоз пауков. Хочешь, не хочешь, нужно бежать параллельно им, чтобы не попасться. Еще этот червь постоянно преследует. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй, засмотрелся. Тут урон такой, что... Оп! Так, вовремя выскочить из этой толпы. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это жесть, честно говоря. Нет защитной обилки, у вас почти нет шансов. Так, баниш. Нет. 3 секунды выживания. Да. Щит. Отлично. Давай закончим прокачку тебе. Кстати, у меня такое впечатление, что щит имеет какую-то скорость окончания, но если вы получаете много урона, его скорость увеличивается, как бы он конечный.
кроме времени, есть еще тот урон, который он выдержит. Поэтому, наверное, он так жестко иногда заканчивается, когда мы врываемся в этих зомби в круге. Ой, какие противные эти наводящиеся зомби, это просто что-то с чем. Да, щит заканчивается чуть ли не моментально. А кстати, 9 минут, это уже к победе приближаемся. Мне же 10 нужно пробежать. Ой, накаркал. Где это умение медика? Включай. Неужто выжил? Да, без медика даже не знаю, как играть. Ну, кстати, через ловушки, наверное, может получиться взять. Да, есть. Через ловушки может получиться. То есть взять и лучницу, и кто там у нас? И мечника. Так, выжили. Одну ачивку взяли, уже хорошо. Ну, кстати, прикольно. Хорошая штука. Если вначале взять, минимум 10 зеленых сундуков возьмете, у вас будет, к примеру, 10% оружия и умение больше наносить урон на 10%. Все. Тут нечего больше брать. Куда мы целимся? 30 минут на бесконечном режиме. Так, давайте-ка попытаемся мы собирать эти картошки. А для этого нам нужен легкий режим, и на легком режиме может у нас получится зомби здесь в воздух поднимать. И кстати, если идти так, то нам не нужно брать инженера, который сжигает зомби, вбегая в толпу. Да, так что идем на самый обычный режим сложности, собираем картошку и пытаемся подкинуть ребят. Если пытаемся подкинуть, тогда сразу начнем с тебя. Кого еще взять? Тебя тоже, кстати, брать нельзя, ты слишком рубишь всех быстро. Ну, тогда придется тебя брать. У тебя еще и взрывы есть, стрелы. Так, и кто третий? Ну и третий медик. Просто для того, чтобы меньше было урона. Да, вот такая вот странная катавасия получается. Так, обычный режим. Сюда. На ракетницу качаемся, бомбы качаем. И картошки собираем, если я правильно понял. Раз напоминание картошки, а здесь выпадение этого предмета очень нехорошо. Нужно себе ущерб их собирать. Так, быстренько надо оружие прокачать. Ну и кстати, так как здесь сложности не будет, я все теряю, все пускаю на блокирование ненужных умений. Они тут реально не нужны. Мины всякие, чтобы не уничтожать слабых зомби. А вот эта штука нужна. Так, тогда мне и пилорамы эти не нужны. Ладно, пока терпит. В принципе, они не выжигают всех слабых зомби, как это делает умение инженера. Поэтому бан тратить не будем. А вот на мины нужно потратить.
То есть самое безопасное умение тут медика. Не мешают они. Зомби, да, действительно, зомби царапают намного слабее, чем. Чем на хардкоре. Дайте мне еще быстрый дробовик, я от вас отстану, да. Так, все-таки буду я тратить на такие вот вещи. Так, быстрый дробовик есть, бежим за желтым сундуком, потом за зеленым. А, ну это о чем я говорил. В самом начале игры получил, могу получить плюс 10% ко всему. Давайте возьмем, даже интересно. Все равно сложность легкая, никаких проблем не должно быть. Кстати, раз легкая сложность, зачем мне спешить действительно брать следующего бойца, если можно. Так, ну давайте, чтобы ракетница добавилась. Быстрее. Как же ты медленно набираешь на зомбях опыт. О-о-о-о. Эта штука должна помочь. Не-не-не. Вот сюда. Все, пошли брать следующее. Чтобы знать, что банить. Вот, летай. Стоп, а зачем мне вообще кого-то брать? Давайте все в моего красавца. Враги несложные, так что я одним могу потом дождаться щита и ворваться в толпу. Ну, кстати, медик не помешал бы в любом случае, чтобы безопасно врываться в толпу. Да, наверное, медика нужно взять, потому что каждый раз надеяться на щит, тем более медик ничего не сможет никак мешать. Мусоры всякие попадаются. Да, берем медика и все, на этом останавливаемся. Кстати, пора бегать кругами. Медика по заказу, то есть, чтобы зомби собирались в толпу, которую потом в центре забежать. Правда, еще только 3 минуты, поэтому можно их не жалеть. А может нет, может жалеть. Забегаю. Не заметил я, чтобы что-то заработали от подкидываний. Ладно, идем сюда. Так, пусть в центре собирается толпа, которую мы потом будем косить. Но, надеюсь, собирается. Или я так себе бегаю? А, здесь 20 минут, подожди, чего я там собирать пытаюсь. Сбегаем, давай, взлетай. Не получаю я билки, да? Надо вас больше. Да. Ну ладно, под конец игры, надеюсь.
вас станет больше. Ладно, собираем весь этот мусор. Новые красавцы появляются. Как же вы легко уничтожаетесь тут по сравнению с хардкором в следующей локации. Да. Какую же эту толпу нужно насобирать? Да я даже не знаю, сколько вас там нужно воздух поднимать одновременно. Так, пистолет не качать, медик, я его даже забаню, если надо. Не нравится мне это. Это получше. Ну давай. Давай, взрывай, взрывай, давай. Кидай толпень. Не? Ой, они царапают слабее, чем я излечиваю раны. Да. Крыша отсюда. Ну, пока для прокачки буду всех подряд гасить. Потом этот момент нужно исправить, собирать все-таки зомби. Я вспомню, тут же 20 минут беготни, а не 10. Так что рано еще их жалеть, толпу собирать. Опыт же тоже нужно как-то получать, правильно? Ну давай, может взрыв мощнее, значит сильнее подкидывать. Ну да, можешь вообще не обращать на внимание на их урон. Может криты еще помогут летать вам сильнее. Это, кстати, ускорение. Хорошая вещь. Лечения хватает. А быстро убегать в эти толпы тоже и есть смысл. Ой, я забыл, что я хотел картошки собирать. Ай-яй-яй-яй-яй. Что за глупость? Еще 10 минут. Так, давайте, пусть они собираются в круг. Тяжело ночью играть. Постоянно что-то забываешь. Уставший. Ну, столько взлетело. Что, этого не хватает? Нет, не хватает. Может, уже нужна какая-то другая билка или другое оружие? Уже те же гранаты уже нужны, чтобы получить эту обилку. Так, желтый сундук. Ну все тогда. Бегаем по краю, ну разве что за магнитом забежать. Раз сундук будет быстрее, чем магнит, и картошку надо собирать. Трачу все реролы.
Все-таки нужно было с самого начала картошку собирать. Три роллов не хватит ее. Что-то мне подсказывает, надо взять три раза. Не знаю, почему я такая мысль, но в принципе я там что-то почитывал про ачивки. Там не было четко сказано про этих кроликов. Но что-то там про три раза картошку где-то я читал. Так, и уходим с центра. О, уже не подлетает, намного круче, мне кажется. Так что бегаем по кругу и ждем. Да, картошки я не наберу. Это нужно с первого уровня этим заниматься. Ну ладно, отсутствие результата тоже результат. Делаем выводы. Так. Подойду за магнитом. Хоп, ох, насобиралась. Лечения мне хватает. Давайте-ка попробуем урон увеличить, чтобы они реально летали как кегли. А, урон не увеличивается, как-то кулдауны и длительность, так что да. Неважно. О! Да, картошки я уже не получу. Это я зря, конечно. Провтыкал саму возможность, да? Так, магнит я хотел бы подобрать. Не знаю зачем, в принципе, у меня уже лаунчер есть. Если чем эти уровни специально пытаться получать, не уверен. Ладно. Кстати, интересное сочетание. Там же ярость это дает ускорение, потому что зелье ускорение дает. Медика, если будет два умения на ускорение, может они будут друг друга поддерживать. Так, еще бегаем по кругу, ждем, чтобы их насобиралось по максимуму. Да, вот здесь есть Movement Speed. Опять не глянул. Есть ли этот Movement Speed у ярости танка? Тут картошку уже фиг получишь. Ну давайте ворвемся. Без понятия, что они еще хотят. Как их еще больше подкидывать, даже не знаю. В бесконечный режим играть, что ли? Ну, это уже в видео не поместится. Оставим этот момент на следующее видео. Попробуем взять бесконечный режим в первом городе. Кстати, будет больше шансов картошку насобирать. А, здесь нет скорости бега. Я понял. В ярости нет такого. Ну вон летают трупы. То есть нужно их подкинуть и еще раз не попасть, что ли, я даже не знаю.
возьмем бесполезное на данный момент умение. У меня уже эти левелапы будут не так часто. 3 секунды это мало, кстати. Картошку не получил. Там много нужно бегать, чтобы эту картошку получить. И желательно, наверное, бесконечных режимов. Давайте ворвемся, посмотрим. О, ракеты пришли вместе с этими самыми. И что, нет? Нет? Опять что-то не хватает. Да. Тогда даже не знаю. Как еще мы можем увеличить количество подкинутых врагов? Ну, кроме бесконечного режима, конечно. Кстати, что игра будет, когда будет переполнение тренировочных очков? Так, желтый сундук, пошли назад. У нас будет 99 накоплено, а уже сотого некуда пихнуть. Давай задрали мусор, давайте. Хотя мне мусор нужен самый-самый высшего качества. 3 картохи. Так, собирайтесь. У вас было очень много. Тогда будем делать еще одну попытку врыва. Может, действительно это завязано на умение? То есть бомбами подкидываешь. А тут нужны уже гранаты. Он подлетел, мне раз не надо было еще что-то сделать. Даже не мог себе представить, что я буду хотеть, чтобы зомби было больше и набралось больше. Обычно я пытался их все время сдерживать и уничтожать для того, как наберется критическая масса, а здесь хочу, чтобы их там в центре набралось огромное количество. Да. Что ты делаешь? Просто отменяешь вообще все? А, наверное, в деньги переводишь. Иначе я не вижу смысла это делать. Я не гляну, что там с деньгами. Ну ладно. Вы сможете посмотреть видео, и я смогу потом посмотреть. 16 минут. Что, тянуть до последней минуты взрываться? Да, вообще бессмысленная штука. Это для прокачки реинкарнации. От 100 секунд мы можем отнять 5. А, 50 два раза меньше. Но все равно, что 50, что 100. Я не думаю, что это важно. И что-то эта реинкарнация на тяжелом уровне сложности не смогла помочь. Так, ждем. Да, минус 10 за каждую попытку. Ждем, пока вас там наберется еще больше. 17 минута. Как бы не перепрощить. Буду ждать, а потом уже мне в кого врываться. Так, давайте-ка я первый раз сделаю взрыв. А, вижу толпу, давай. Ну и...
Ну и... Что еще вам надо? У меня закончились идеи. Картошек не набрал. Ребята не взлетели. Здоровые монстры летают, чтобы пытаться их подкидывать. Так, есть щит, давайте вырываться, 18 минут. Ну вот, вот летает море. Где результат? Где он? Кстати, удобная штука лечиться, да? От левела. Ну, летайте, ну. Вам просто всех разношу, руку летаю, все что хочешь, где? Нет, ничего нет. Больше ракет, богу ракет. Ну, стоять на месте, кстати, тоже не рекомендуется, когда уже пробивают толстячки. Нет. Не дали никакой ачивки, к сожалению. Ачивку с картошками я провтыкал. Ну что ж, будем заканчивать, наверное. Разве что там еще можно чего-то короткого попробовать. 30 минут, это не коротко, кстати. Нужно будет попробовать. Так, 500 зомби. Да, с одним предметом. Да, можно будет на хардкоре с одним предметом сыграть. Вот в следующем видео попробуем. Вот один предмет и картошка, в принципе, я представляю, как эта штука здесь от удачи. Это нормально. 20 минут. 30 минут, точнее, нормально. Ну, в смысле, понятно, что для этого сделать. Вот это вообще что-то нереальное. Это непонятно как. Да, две ачивки нормально. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока!